Итак, всем привет, мои дорогие. Ну что, добрались мы до второй серии Half-Life VR мод. Ну что, продолжим. Посмотрел я запись первой серии. Короче, немножко придется в редакторе ее обработать. Надеюсь, не пострадает, короче, картинка, ее качество. Так, а что дальше? О, давай сюда. Еще пару живых есть. Отряду гражданской обороны. Признаки антиобщественной деятельности. Код. Собрать, окружить, задержать. Тихо. Ай! По голове. Получил. Воздух, дышать. Фух, не попадете. Шары. Так. Что такое? Все нормально. Бери его. Бери, кому говорю. Что со мной? Я ужик. Тихо. Почему ты не берешь его? Чё за? Итак. Я могу брать два одновременно. О. Тихо, по голове не ударь. Да тихо, кто по мне стреляет? А почему я двигаюсь, когда не нажимаю? Вот сейчас.
Я жму вперед. А он скользит, блин. Вот. Я не двигаюсь сейчас. Ладно, давай по одному терпичу, блин. Ты что-то... Да что такое? Почему? Понять не могу. Почему у меня управление не слушается? По-моему, с пистолетом в руке. С пистолетом вроде нормально. Бежать. Фух. Вроде спасся. Мужик. Что это там? Я могу это взять? Что это? А, это хилка, я понял. Но мне 100 хп, мне не надо. Давай, давай, давай. Туда, туда. Fire in the hole. Заебись. Давай. Тебя аккуратненько ножичкой, ножичкой. Ням-ням-ням, вкусняша, да? Читер. Читер, читер. Что у нас тут? Патроны. Сойдет. Фу. Ух ты! Не люблю вас. Так, а что со мной? Да, что-то иногда с управлением происходит.
последним, кто здесь пройдет. Радуйся, что ты не тот, кого они ищут. У этого бедолаги вообще нет шансов. Похоже, они созывают все подразделения ГО в Сити-17. Они заполняют каналы Манхэками. Тебе надо уйти до того, как тебя начнут искать. О, черт! Слишком поздно! Изи. Раз пронесло. Спасибо за помощь. Слушай, здесь небезопасно. Я дам тебе кое-какие припасы, а потом тебе все-таки надо будет уйти. Себе оставь. Ты со мной пойдешь? Удачи тебе там. Спасибо. Мужик, все нормально? Поплохело. Что-то мужику странно поплохело. Ладно. Ух ты ж. Вот так вот. Я хочу фонарик включить. Да. Нет. Патронов нет. А патроны будут? Патронов нет.
Граната есть. Или что это? Да, это граната. Так, надо патронами на автомат разжиться. Посмотреть, как он тут. Прикольно. Так, нужны патроны. Вторых нету. А вот мои патроны пришли. Так, и чё? Подожди, дай понять. Ну и? Что у нас тут? И как мне туда попасть? Взорвать, что ли, эту решетку, или что мне? Или не туда пришел? Не помогло. А что делать? Мужики, кто помнит? Так. Что-то я не то, по-моему, сделал. Что у нас там? Ничего, да? Или могут все-таки забраться? Так, нет. Ладно, не могу, походу. Давай сюда. Виста комбайн.
Вали. Хочу это. Что с автоматом не так? Ладно, на него что-то патронов вообще мало дают. Так и на этом мне мало патронов. Буду искать немного их. Ну? Так лучше. Так лучше. Я понял. Я понял. Так, ХПшка 82. Так, сюда давай, да? Ага. Тут, наверное, должно подняться уровень воды. Мне пока на самый верх надо лезть. Главное не свалиться. Блять, а чё он падает? Давай, двумя руками. Нет. Ага, понял.
Чё тут? Тихо, что там? Да блин, не вижу. Дышать? Что там что-то досками что ли забиты или что это, блять? Дышать. И чё? И чё-то поменяло? Там вот какой-то вентиль. Какой-то вентиль. И чё? Мне, наверное, повернуть надо как-то. Сюда попробую запрыгнуть. Ох ты ж, мама моя. Там еще по этим трубам всем прыгать придется. Блять. Ну, почти получилось. Спокойно. Спокойно. Вот так вот, потом сюда. О! Опять вы.
Давай, 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 давай. Патрон еще на вас тратить. А, так. Окей, тут вода поднялась. Что дальше? Что дали мне? Да-да-да, сюда. Помните, там не мог подняться? Надо глянуть, может, тут что? Дышать, 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 блядь. Ёб твою мать. Отсюда? Серьезно? Лады. Мама. Неудобное управление немного. Игра не совсем под VR делалось. Кому там, а? Давайте. Ты нахуй. Где ты? Все нормально под водой? Ну, и патроны сэкономил. Так, что-то заканчиваться иногда начинают. Так, все, на низ туда не плыву. Если там что и было, оно бы уже все всплыло, да? Так, лестницу можно? И чё? Я понял. Надо идти. Дополнительно еще освободить. Так. Как бы мне? Вот так. Потом сюда. Сюда и сюда. Фух, сохраниться бы.
Подожди. Вот так вот. Угу. На них все равно, да? Мне СМГ пока не очень нравится. Эй, ты Фриман, верно? Нас предупредили, что ты здесь появишься. Железка переживает не лучшие времена. Станция 6. Это восточная черная меза. Как слышно? Доктор Фриман отправился вниз по реке. Дайте ему воздушный катер, окажите помощь. Повторяю, Гордон Фриман вернулся. Он должен дойти до восточной черной мезы. Тебе нужно спешить. С этой херни прицельно надо бить.
Все, мне кажется, батарейка скоро сядет. Еще немножко запишу. Тихо, голову не подглавливай. Так, а я сюда пришел. Током не шипанет. Ну, к стенкам, наверное, лучше не притрагиваться. Сейчас с одной руки оно косое. Давай-ка сохраним. И, наверное, на этом завершим нашу серию, да? В общем, спасибо, ребята, за ваши комментарии, за ваши лайки. Обязательно подписывайтесь. Люблю, целую, обнимаю. Все, всем пока. Фух! Wow.